13 июля на базе музея стрит-арта прошел грандиозный велофестиваль. Он объединил не только любителей покататься, но также пешеходов и автомобилистов. Гости обсудили насущные проблемы, такие как малое количество велосипедных дорожек в парках и на улицах города. Некоторые из участников фестиваля любыми способами стараются привлечь внимание общественности к этим вопросам. Некоторые делают это с помощью зарисовок и комиксов. Сейчас велосипедисту не рады ни на дороге, ни на проезжей части, ни на тротуаре. Велосипедная инфраструктура в виде велодорожек, она еще только-только начинается. Ну, их можно где-то найти, но в основном велосипедист передвигается либо по тротуару, либо по проезжей части. Привлекают внимание общественности к подобным проблемам и хедлайнеры прошедшего фестиваля – велокастом-клуб Iron Wheels. Его участники создают персональных железных коней по чертежам и эскизам, а также проводят тюнинг. К тому же, они объединяют большую часть санкт-петербургских велосипедистов, организовывая для них пробеги. Мы, скажем так, часть питерской велотусовки, мы активны, мы вовлечены во все, везде участвуем, везде помогаем. Ну и, собственно говоря, главное наш вклад в развитие велосипедизма – это то, что мы сами активно ежедневно катаемся, да, и, в общем-то, участвуем во всех веломероприятиях более-менее знаковых городских. Да, в общем-то, и в других городах бываем, и за рубеж выезжаем. 17 августа Iron Wheels приглашает всех на свой фестиваль Cycle Billy. А уже в сентябре все любители покататься смогут принять участие в еще одном фестивале – городская велоклассика, в котором также примут участие и представители клуба Iron Wheels. На этот раз заявлена тематика мира Mad Max, так что шоу обещает быть жарким. Елизавета Фролова, Ольга Казанцева, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для K-Insider.